Мы уже означали, что в этом годе 40 годов Хартии 77, в этом годе 500 годов Францішку Скорину и в этом годе 100 годов Всебелорусскому конгрессу, который был в снежне 17 года. И першиню политично обвестил про мэты белорусского народа до демократии и незалежности. Идучи сюда, взял я с собой томик Васлава Гавела, на яким стоится его на автограф, який он нам подписал, когда была белорусская делегация громадских дейшов, политиков в 2001 году у него. И он еще был тогда президентом, и мы встречались с ним в президентском палаце. Давно, мабуть, уже президенты европейских стран не встречаются с белорусскими демократичными лидерами и активистами, и это, конечно, не совсем добрый знак, але тогда вот это было, его на автограф есть на этой книжке, кто хочет, может поглядеть, его не подпись Васлав Гавел с сердечком, яким он завсёды подписывал свой автограф. В этой книжке есть его довольно ведомое эссе, которое как раз припадает вот до 40-годия Хартии 77, называется «В чем сенс Хартии 77», где он тлумачит гэты сенс, и он написан был гэты артикул до 10 годзе Харты, 10 годов яны уже працавали, змагаліся, знаходзіліся под бесперастанным прессингом. И в 86 годзе вось он написал гэты эссе, где позначил некалькі пунктов, якія мне падаюцца вельмі актуальныя и для нас вогуле. Тут ёсць такая вельмі дзіўная мне, не ведаю, як я назваць, часовая змещение часу отбывается. Як я починаю читать Гавела, а есть вельми добрая книжка перекладов ягоных, вы все, мабуть, бачили, вот два года там она вышла, и на белорусскую мову. Коли я починаю читать ягоны разваги, роздумы, некие политичные оценки, у меня явление такое, что он пишет про Беларусь, что я трапляю некуда, краину такую, якая как бы называется Чехословакия, но докладно все, что он пишет, но все дотышится и нас. И вот то же самое дотышится и этой карты 77, вот про которую он писал, где он тлумачил, что карта створалась не как политическая организация, а как моральный рух найперш, как я объединяю вельми разные политические групповки, починаючи от левых там анархистов и кончаючи правыми консерваторами, и объединяю вельми разных людей, починаючи от философов и кончаючи студентами там и працовными. Але основная задача карты была как раз дать моральный сигнал чехословацкому громадству на той час и дать некую альтернативу вот в этой системе, в якой яны не бачили ніякой перспективы дальнейшего развития. Ён вызначаў у харты почуццё солидарности як одну з основную рысу, і ён вызначыў накірунак харты такі больш гуманітарны і правабарончы. Ён пісаў, што хартыя стварылася для таго, каб законы выконваліся, а правы шанаваліся. Ну, это фактично то, чем займаюцца правоабаронцы, ну і не толькі мы. Ну і канчае ён гэты свой эсэ даволі так неўпэўнена, піша, што пройдзе там гадоў 50, 40 ўжо прайшло, кажа, і можа карта будзе цікавіцца толькі гісторыкі, а можа ўвогуле пра яе забудуць. Ось, можа, это будзе такі гістарычны парадокс тое, чым мы займаемся. Ну, на самом деле, мы бачим, что это далеко не так, бо літерально про 3 годы система, супраць якой мирным шляхом выступали хартыйцы, она рухнула, и те идеалы свободы, демократы, правов человека, которые они пропагандовали, они легли в основу чешской и словацкой державы. Для нас это приклад харты, и он еще, конечно, мне трохи болючий. Бо ось тое, в яким стані зараз знаходиться наше громадство, а гэта я казав минулий раз і повторюю зараз, гэта недопущальне. Конечно ж, ми
мусим об'єднатися. Ми повинні створити некую нову, не веду, як її назвати, карту не буду називати, некую нову білоруську карту, яка би мусила об'єднати світлі голови, яка мусила би бути не політичною організацією, яка мусила би виступати знову ж з тими лозунгами, з якими виступала Хартія 77, для того, щоб закони виконувалися, а права шанувалися. Ось ця стремка болюча є у моєму серці. Я сподіваюся, що все ж таки ось той та незгода, той розлад, та особиста кривда все ж таки будуть переступлені, переступить наші світлі голови. Ось це все, що якби негативне скопилося в відносинах за останні роки, і ми здолеем пропонувати народу простую і ясну шильду. Ось. Тому віншую всіх ще раз з цим ювілеєм і вельми сподіваюся, що моє слово буде спочуте.